друзья, всем привет! У каждой хозяйки, наверное, есть любимая кастрюля, которая используется чаще всего. У меня здесь каша. И она постоянно в каких-то разводах, жирных каплях и так далее. И я вам покажу средство, такое самодельное, которое на самом деле очень хорошо отмывает от всех этих загрязнений, будь то нагар, пятна от жира, также если пригорело внутри что-то, например, молоко, вот здесь вот бывают такие полоски, тоже хорошо все отмоет. И средство делается очень просто, быстро. Первым делом, конечно, это все я уберу, сейчас покажу, что нужно будет делать. Первым делом в кастрюльку я добавляю немного воды, и тут не важно, сколько воды, главное, чтобы дно покрывало. Смысл в том, чтобы сама посуда хорошо прогрелась. Ставим на огонь и смотрим. Если стала посуда очень горячей, то можно выключить. И тем временем приготовим смесь, которая будет использоваться для вот этой быстрой чистки. Средство готовится очень просто. Посуда, пищевая сода обычная, перекись водорода, которую можно за копейки везде купить, и обычное моющее средство. Я взяла жидкое мыло, хозяйственное, оно хорошо работает. Можно взять что-то для мытья посуды, то есть вот из этого. Как приготовить? В посуду я добавляю 2 столовые ложки пищевой соды. Сюда 1 столовую ложку перекиси водорода. И 1 столовую ложку жидкого моющего средства. Все, смесь готова. Осталось перемешать. А тем временем кастрюлька уже нагрелась. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Смысл здесь в чем? Пока горячая посуда, наносим смесь, которую приготовили, и сразу заодно прочищаем все места. Будьте очень аккуратны, так как это все-таки горячее. Но за счет того, что посуда горячая, все отмывается на ура. И внутри, и снаружи. Друзья, сейчас я сполоснула кастрюльку и покажу вам сейчас результат. Друзья, все чисто, ничего не осталось, никаких пятен, даже здесь был налет, я вам забыла показать, тоже все очистилось, внутри тоже все чисто. И как вы поняли, наверное, тут главное, чтобы прогреть посуду. Напишите, пожалуйста, под видео, что вы думаете насчет этого совета. А на этом я хочу с вами попрощаться, до следующей встречи, всем пока-пока.